Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, находясь под домашним кровом, мы имеем честь представить программу, которая состоит из органных произведений молодого Иоганна Себастьяна Баха. Я помню, мой учитель Илья Романович Кличко, отзываясь положительно об искусстве какого-нибудь музыканта, мог сказать так: он заставляет слушать. Что же заставляет слушать Баха тех, кто не представляет себе жизни без его музыки? Наверное, то, что она создает в человеческой душе такое духовное поле, которое определяет благодатное воздействие любой, даже самой простой музыкальной мысли, исходящей из его сердца. Как и все творчество великого немецкого композитора, органные произведения его ранних лет раскрывают удивительную духовную красоту этого человека. Вся жизнь Баха была связана с ощущением постоянного Богоприсутствия. И это, наверное, есть то главное, чем он уже не одно столетие делится с нами, независимо от нашего вероисповедания и конфессиональной принадлежности.
Thank you.
Thank you.
Thank you.